Я тебе говорила, котенок, не жалуйся, не ходи. Нет, Оля, смотри. Не ябедничай, видишь, боком все вышло. Подожди, дай я скажу. Вот Руслана, да, Мишина, который высказал свое мнение, то, что ты позвонила, ну ты по факту уже не звонила ей. Нет, это просто так же фальш. Специально. И здесь Татьяна Владимировна научивала меня. Оля плохая, бросай ее, да, да, что я ей говорил, что я хочу, да, чтобы она первая ко мне шаги делала, но я тебя не засаживал при ней. И здесь, конечно, выгодно сейчас ей говорить про меня. Плохо специально засадить по полбрами, чтобы также им приехать на поляну и также полянским сын сказать. Вы знаете, а вы были правы, что голосуете вот против него. Вот они для этой цели были, у них своя... А что, почему? Действительно, Татьяна Владимировна, сколько времени я, сколько Димон там что-то советовал. Я, ну, как бы, наверное, я советовал, наверное, со своей позиции, причем я никому ничего не навязывал, просто говорил. При том, что, заметь, Костян, они мне навязывали свою позицию, но я с этой позицией не соглашался. Он выбрал отношения, он выбрал Олю. Я почему с позиции не соглашался. Понятно, что, понятно, что на тот момент... Я горжусь им. Подожди. На тот я момент, сейчас Дима горжусь. Да, я скажу. На тот момент, даже Оля вчера мне сказала, приходи к Константину. Ну, там, спина на диване, чтобы не переживал, чтобы да, я... Не... Да, я скажу. Или ко мне. Нет, у меня тоже же мнение. А ты дальше как ситуация? Я сказал, что я к тебе не пойду. Почему? Я сказал, потому что вдруг вы поругались с Саней, и вдруг Саша к тебе ночью придет, как всегда. Зачем мне приходить? Почему я не пошел к Татьяне Владимировне? Потому что как-никак там Александра. И, конечно, я понимаю, что у нас сейчас на данный момент натянутые отношения с Олей. Я не хочу ее расстраивать. Мне надо хотя бы для начала как-то, хотя бы контакт выяснить. Да, я не про это. Я тебе тому, что... Понятно, что... Ладно, здесь люди, да, как бы они видят, что происходит, да, голосуют против вас. И Полянский это тоже, как бы, в принципе, понимает, что происходит. Но если бы ладно, только здесь какие-то конфликты. Все понимают, как ты опустила тебя, Оля, в этом коллективе. Да, у Саш, тебя перестань, не трогай, Саня, не трогай нас, вообще, не обращай внимания, я не с тобой разговариваю. Проходи. Значит, это твой пас.